Девочки, всем привет! Хочу рассказать и поделиться своим опытом использования вот таких ароматических масел у компании Oriflame. Я не буду рассказывать сейчас, из чего они состоят, какие масла в основе лежат. Просто хочу сказать, что действительно эта ароматерапия очень хорошо влияет на наше эмоциональное состояние. Я их уже тестирую. Месяца, наверное, три точно. Сначала я не придавала особого значения, с чего все началось. Дело в том, что я человек энергичный, и я думаю, что многие с этим сталкиваются, когда ложишься вечером спать, и мысли крутятся, ты не можешь уснуть. Я стала использовать релакс. В основе, в состав этого масла входит лавандовое. Причем лаванду я не очень люблю запах, но смесь масел принимаю нормально. И я стала замечать, что действительно потихонечку успокаиваюсь и засыпаю хорошо. И причем сон получается очень качественный. Естественно, для нас это кажется волшебство, но если вы захотите более глубже изучить эту тему, вы поймете, что действительно аромамасла влияют на наш мозг, и какие-то компоненты делают нас более энергичные, какие-то масла, какие-то наоборот успокаивают, какие-то дают сбалансированность и влияют на наши эмоции. Действительно, я сейчас увидела этот результат. Но если вы копнете глубже, вы узнаете, что это не просто так было создано, это очень серьезные научные проверки были, людей даже пропускали через МРТ, смотрели, как влияет на них тот или иной состав. Вот есть здесь, значит, вот в этих четырех маслах находится у него в такой коробочке. Значит, это релакс, это энергия, это баланс и это уверенность. То есть все масла, вот четыре составляющих, нужны в нашей жизни. Как я использую релакс, я вам рассказала. Как я использую баланс? Вот сейчас, допустим, планирую провести медитацию, и, соответственно, чтобы все мысли улетучились, я решила сегодня, кстати, первый раз попробовать баланс, и как это будет влиять на меня и на человека, с которым я буду проводить онлайн рядом. Дальше, уверенность. Это когда, я думаю, что стоит применять, когда мы пошли, например, куда-то устраиваться на работу, нам нужно быть уверенным, четким, или проведем презентацию перед проведением презентации, или же нужно решить какие-то важные вопросы, и нужна уверенность. Тогда мы применяем это масло. И следующее – это энергия. Энергия, про энергию еще не рассказала. Следующая – это энергия. Все равно у всех людей случается, что просыпаемся, или же в течение дня, или к вечеру, мы не чувствуем, чувствуем упадок сил. И вот, знаете, тоже буквально на днях, после того, как меня попросили провести, рассказать о медитации, о аромамаслах, я еще больше стала обращать на это внимание. Вот как-то утром встала на днях после поездок, целый день поездки, в один город, потом в другой город, и вот на следующий день я встала, конечно, энергией, что называется, ноль, состояние тяжелое, я быстренько беру свою палочку-выручалочку в виде масла и наношу на запястье, наношу сюда и за уши, чтобы как можно больше мой мозг воспринял. Вы знаете, я действительно почувствовала себя лучше, энергичнее, и, в общем-то, день прошел очень-очень хорошо. Так что я рекомендую эти средства для вас, используйте и давайте обратную связь.